Я с 90-х, ёбаный в рот, ты меня наебать хочешь. Да не надо наебывать здесь людей, а. Я тебя сейчас пиздану, долбоёб. Это его. Ставь на место. Да кого? Я ж не забираю. Я тебе, блядь, измайловским скажу, тебе нахуй здесь поймают, и все твою бороду вышибают. Стопэ. Это обман. Это простое стекло. Ты мужчина или пидрас? Ты скажи, я тебе сейчас, блядь, ёбну нахуй. Камера снимает вас. Где камера? Вот, вон, посмотри. Вон он хуево стоит, вафля ёбаная, такая же, как и ты. На улице разводят... Нет, им так, по-другому не сделать. Представьте, что на улице разводят лоха, меня. Вот, это я, лох. Я покупаю паспорт Путина у старьевщика за 10-15 тысяч рублей. При людях. Люди видят это, как просто пацана разводят на бабки на улице лоха. Абсолютно. Посмотрим на их реакцию. Не, вот. Это вещь за это. Естественно, там подпись же Путина, все есть. Посмотрим на реакцию людей, как человек покупает хлам за огромные деньги. Колокольчик, подписочка, коммент, лайк. Погнали. Извините, пожалуйста. А вы не знаете вообще, куда можно сходить? Я первый день в Москве сегодня. Не подскажете, я первый день в Москве, куда можно сходить? Какие-то, может, ну, места там есть какие-то. Смотрю, там какое-то такое красивое заведение у вас. Я просто приехал, я первый раз в жизни. Я из Саратовской области, там, из Иваново, из деревни. Еще надо ехать в центр, там смотреть. В центр? Это окраина практически. А, я просто только сегодня, вот, ну, из деревни. Вот там спускаются по лестнице и прямо... Напрямик и прямо. Там всякие музеи есть. Что, обложка на паспорт не интересует? Обложка? На паспорт, да. Не интересует? Ага. Мужики, обложка на паспорт не интересует? Путинская? Да нет, да нет, Путин, Горбачев. С ней Путин ходил. Не, Горбачевский у меня есть этот, футляр на очки. Обложка на паспорт не интересует? Моя линия. Ага. Да, вот там, площадь революции, обложка на там все, Красная площадь, там все, что хотите увидеть. Так, на метро отстали. Мужики, обложка на паспорт не интересует? Нет, чистая кожа, коллекционная модель, депутатская, вон, по-английски надпись. Коллекционная обложка, с ней этот Путин ходил, путинская. Серьезно? Да. А это московская какая-то, да, ваша тут такая? Не-не-не-не, это Путина обложка. Да. Тут раньше был его автограф, но он уже затерся, его видно было. Интересует? За 5000 отдаю. Ой, блин. Подарок. За 5000? Ну. Путина? Да. Интересует? Заберешь? Блин, ну, мне мама скажет, что это... Блин, круто. Носи на здоровье. Блин, ладно. Путина, да, круто. Спасибо большое, ладно. С ней, короче, еще Путин ходил. Она была утеряна. Путина? Да, 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 это Путина. А сколько стоит? За 10 отдам. Ну, коллекционная вещь, редкая, очень. За 10. Блин, я даю. Ну прям правда Путина? Да, заберешь? Блин, ну просто я Путина люблю. Сейчас я просто... Это реальная вещь, коллекционная. Ну только не обманывайте Путина, да? Да, конечно. Это, я говорю, тут видно автограф даже вот. Ладно. Сдалека это смотреть. Блин, спасибо. Все, пользуйся. Блин, классно. Так, если посмотреть, видно автограф вот он отражается. За 10 отдам. О, берешь? Блин, на Путина, правда, если сейчас. Блин, путинская. Классно. Футляр под очки ельцинский не интересует? Коллекционный. Опять Путин потерял. Нет, это Ельцина. Это Ельцина. За 10 отдам. Честно, вообще вот очень обидно было, всем пофигу, все ржут, всем плевать. Парень, ну, такой вот лох, ну, простофиля, не знает, что его могут обмануть, кинуть. Приехал из деревни, последние деньги готов отдать, всем пофигу. Я вот, ну, прям в процессе монтажа сейчас вам скажу, что я думал уже, ну, неужели всем будет? Но вот хорошо, что нет. Вот сейчас посмотрите, следующий эпизод, нашелся человек, который действительно понимал, что
человек в беде, парень в беде, надо его выручать, неизвестно, что с ним будет, и проявил, вообще не остался в стороне, проявил какое-то сострадание и помог ему. Вот следующий эпизод мне очень нравится. Извините, пожалуйста, а вы не знаете, вот мне нас сказали, можно доехать, достопримечательности у вас в центре какие-то, а куда вообще можно сходить в Москве? Я просто первый день приехал только. Может, до Арбата доехать. Мужики, обложка Путина не интересует на паспорт? За десятку даю всего. Обложка Путина, она с автографом даже. Вот смотри, именной автограф Путина. Чё? Прав Путина? Да. Ну, вообще за десятку, но сегодня могу за пятерку отдать, только вот сегодня. Скидка. Заберешь? Не интересует? А что, прям, ну, прям Путина, прям настоящая? Да, да, вот автограф Путина, вот. Это прям путинская. Блин. Это еще до того, как он президентом был, у него вот эта обложка была на паспорте. Потом у него ее увели, и вот она оказалась у меня в руках случайно. 5000 рублей всего? Да, ну вообще за 10 отдаю, но сегодня скидка за 5. Блин, ну, бывает. Заберешь? Да, мне мама давала, там проезд сейчас. Возьмите тогда. Блин, это круто. Спасибо большое. Спасибо. А? Ну, разводила, ну, все. А он сказал, что это Путина. Ну, да хуя что скажешь, я тебе скажу, что я ебавлю Елизавету, и ты будешь слушать, что ли? Ну, ты что? Здесь же разводняк, я поэтому сказал, не надо. Так тебя здесь сейчас быстро разведут, у тебя в кошельке ничего не останется. Да? А? Я не знаю, я просто не был в Москве никогда еще. Ну, вот поэтому я ничего не покупаю, ничего не надо мне, скажу, у меня все есть. Да. Кошелек подольше. Лучше портмоне отдельно, деньги отдельно положить. Так извиняюсь, парень, а чехол Горбачева не интересует коллекционный? Слушай, ты уже раз развел, иди отсюда, блядь. Один раз развел пацана нахуй, задай ему назад. Это Горбачевский, вот пятно у Горбачева на лбу, вот тут такое же пятно. Вот ты, отдай ему назад эту, забери деньги. Горбачевский. Я говорю, отдай, что ты сидишь. Она Путин, заберешь? Не Путин, это путинская, это оригинал. Да, 100%. Да. Чистая кожа, там пацана, автограф. Отдай деньги ему, говорю. Вот, как Горбачева это. Ты что, хочешь, чтобы я встал? Отдай деньги человеку. Заберете, будете брать? Я тебе говорю, отдай ему деньги, которые ты у него взял. Так я же уже продал. Забери нахуй, на. Я же продал, это бабки твое теперь. Коллекционная вещь, она подорожает. Ты что, блядь, хочешь, чтобы я с тобой поговорил? Отдай 5000 ему назад. Это забери свою вещь. Это не фуфло, это коллекционная вещь. Ты что назад не забираешь, если это коллекционная вещь? Так, парень забрал, теперь это его. И сюда иди, сюда. Отдай, говорю, 5000. Так он купил. А я теперь говорю, возвращает он тебе. И вы же купили. Магазин возвращает через месяц. Это его вещь. Ты возвращаешь ему? Если не понравится, я всегда здесь могу. Он приезжает, отдай, говорю, деньги ему. Так это его. Ты что, хуёво слышишь, что ли, а? Это его вещь. Отдай, я тебе говорю, так это деньги. Его вещь. Я какие тебя деньги? Сейчас пиздану, долбоёб. Это нахуй. Его деньги, какая вещь. Тебя что, сейчас? Это его, вы не ты забирайте, это у него. Больше ходить не будешь, дебил ёбаный. Почему? Отдай пацану деньги. Это его паспорт. Я тебе клянусь, ты здесь больше ходить не будешь, это, я тебя разъебу нахуй. Это путинская обложка. Сам ты путинский, оригинал. Блядь, а как вы докажете, нахуй, что это не оригинал? Это оригинал. Вот это Горбачёвская. Ты отвечаешь, если конечно, не ответишь, отвечаю. Я тебя разъебу нахуй. Отвечаю, 100% это путинская. Черт, блядь. Стоит. Отдай нахуй назад, скажи, ну заберите мне деньги. Не, она подорожает со временем. Это сейчас она 5, потом 15 будет. Не, вот Горбачёвская нужна, он смотри. Он сейчас домой не уедет из-за тебя, ты почему знаешь? Почему уедет? Потому что денег у него потом не будет. Да будет у него деньги, он нормальный пацан. Слышь? Видно сразу. Ты взрослый человек, хуйней занимаешься. Я говорю, отдай, это бизнес, отдай. Иди сюда, это коллекционные вещи. Горбачёвская не интересует, вот с пятном, как у Горбачёва. Ты меня слышишь? Такая же, чистая ты кожа. Ты меня слышишь? Отдай ему деньги, забери свою Горбачёвскую, сам носи. А ты что-то ищешь, тебе поможем. А я, да, я искал. Скажи, адрес какой-то. Измайловский Кремль есть, что-то такое. Тебе надо вон одна остановка. Мужики, обложка на паспорт не интересует? Кожа натуральная, винтаж. А это, короче, Путина обложка. Путина? Так вообще 10 тысяч цена, но за 5 отдаю. Одну остановку надо. Брату, одна. Путинская? Да? До того, как он стал президентом? Да нет, у нас паспорт дальше. Да, я не знал даже. Парень, может, тебя интересует? А что это такое? Это обложка Путина. И тут, короче, вот автограф Путина раньше был, но он вытерся немножко. До того, как инаугурация была, как он стал президентом, вот это его обложка была. Короче, так 10 тысяч, ну за 5 отдам. Цена 10. У меня вот из мелочи мужики вот есть. Бордук,
Вон, там, да? Метро, садись, одна остановка. Что, возьмешь? Стой, прям Путина обложка? Путина, да. Вот тут автограф был. Вот тут еще на отблеск видно. Путин носил ее прям? Потом. Да, это путинская обложка. Блин. Заберешь? Так, ну, 10, у меня на дорогу в Ивановку 5 тысяч осталось, правда. Но я на попутках доберусь, может. Вы что творите? Стопе! Это обман. Какой это обман? Положи обратно. Это чисто бизнес. Обратно отдай. Это же бизнес. Обратно отдай. Это же бизнес. Какой обман? Тебя же обманывают. Какой обман? Это обложка Путина. Ты дурак. Ты здесь дураков не найдешь. Слушай, дурак, погоди. Ладно, вот есть этот. Я первый раз в Москве просто. Мне 5 тысяч рублей мама дала, чтобы я родился, домой доехал. Есть еще футляр из подачков Горбачев. Футляр из подачков Горбачев. Вот с родимым пятном, как у Горбачева. Уйди отсюда Горбачевым своим, который нас сгубил нахуй. Вот это его. Не будь дурачком. Тоже цена 10, за 5 могу отдать. Блядь, дурак что ли? У меня вот как раз на билет был. Это коллекционная. Ты дурак, что ли? Я не разбираюсь просто. А если Путина... Вещь, смотри. А это вот, Горбачева? Давай, как родимое пятно. Иди, как родимое пятно. Смотри, братан, уйди, пожалуйста. Это я отвечаю. Это, уйди, да не отвечай, ничего нам не надо отвечать. Ты что, дурак, что ли? Ты человек или хуета, нахуй? Ты мужчина или пидорас? Ты скажи, я тебе сейчас, бля, ёбну нахуй. Он же забрал, купил. Отдай ему, она... он тебе назад хочет вернуть. Почему? Она, ну, не путинская, получается. Нет, путинская, конечно. Путинская, да я тебе говорю, блядь, они фуфло гоняют здесь, блядь. Слышь, я здесь 21 год, нахуй, знаю, ты знаешь, как будто. Я просто старьем занимаюсь. Отдай ему, отдай. Я разбираюсь в этих вещах. Я тебе отвечаю, ты здесь ходить не будешь. Ладно, я это пойду. Лучше отдай, потом будешь сколько хочешь ходить, других холодов. Батан молодой, ты чего его наебываешь? Почему? Это чистый бизнес, нормальный. Отдай, какой бизнес чистый? Она коллекционная. Ты мошенник, ебаный в рот. Какой мошенник? Это коллекционная отдай вещь. Отдай ему. Коллекционная отдай вещь. Отдай бабки. Путина. Что ты не отдаешь? В карман попали. Он не просит. Ты мужчина? Отдай, скажи деньги. Деньги отдай. Что, отдай деньги? Ну, я не знаю. Да, отдай деньги. Да это путинская вещь. Отдай это деньги. Это Горбачевская. Вот. Да вот, нет, смотри, конечно. Да вот пятно, да, ну ты что, блядь, ну... Я просто... Да, блядь, все, с его головы шкуру сняли, что ли? Я не разбираюсь, иди просто, винтаж, если это правда ребята, Путина, это же тогда, ну, хорошая. Винтаж. Просто ты в магазин вот здесь нам побыть. Тебе сколько лет? Со временем только... Нет, 23. О-о-о! Ребят, интересует. Ты моему сыну 22 года. Правда, Сталина? Что, вообще, что ли, маской не дружишь, что ли? Это сталинская пепельница, ребят. Я отвечаю. Оригинальная. Точно Сталина? 100%. Я тебе сейчас кружку даю. Да? Такой, я скажу, это Хрущев пил. Ты наивный. Какой Сталина? Он сам хочет. Ты представляешь, что у Сталина какая пепельница стояла? Какая? Сталинская пепельница. Это простое стекло. Да? А у него хрусталь немецкий был. Пепельница Сталина. Уйди, не пожалуйста. Что ты крутишься? Да, это ты что-то крутишься. А это сейчас. Друзья, подождите. Я просто, просто посмотрю, да, хотя бы. Я не разбираюсь. Я же не заставляю. Да не надо наебывать здесь людей. А? Как и почему наебывать? Я просто уйди, показываю. Уйди, пожалуйста. Почему ты не уходишь? Мы тебя просим по-человечески. Это сталинская пепельница. Да уходи, пожалуйста. Ладно. Вот, ладно, я тоже пойду туда. Ладно, вот есть игрушка еще. Смотри, елочная игрушка с перестройки. Блять. Помнишь, когда по Белому дому стреляли с танков? Так. Вот она висела в этот Новый год там. Стой, правда она? Там, когда Ельцин уходил, она была... Так вот. Это Ельцина! Ельцина, 100%, вот смотри. Все, подожди. Это 100%. Я вообще не делаю рекламу на канале, но прям 10 секунд можно? Подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Просто там 700 подписчиков, никто не смотрит, вообще не подписывается. Я столько всего выкладываю. По-братски подпишитесь, там ссылочка в закрепленном комментарии будет. Все. Продолжаем просмотр. Ты пожалеешь стоит. Потом. Да? Тебя разводят стоит. Здесь. Ты что, блядь, только приехал первый раз в Москве. Верни ему деньги, нахуй. Ты мужчина? Я тебе, блядь, измайловским скажу, тебе нахуй здесь поймают, все твою бороду вышибают, нахуй. Зачем? Ты хочешь этого? Это ж бизнес. Тогда верни чистый. Деньги. Какой нахуй бизнес? Чистый бизнес. Пацана развел, раскидал, нахуй. Я вещи старые продаю. Слышь, ты сейчас ты сам старый следой станешь. Отдай это деньги. Раритет. Это коллекционная вещь. Верни. Это тоже коллекционная вещь. День, а... Ну, и как мне... Это оставь, вот это достань, отдай. Отдай бабки. Ты же забрал. Ну, я не знаю, просто отдай. Я не знал никогда. Чего. Будешь?
Так будем? Не надо, скажи мне. А Горбачевский не надо. Тоже 5000. Не надо. Путин не надо, Горбачева надо. Запишите. Сейчас, подожди, можно я посмотрю, пожалуйста? Я первый раз в Москве. Я Ельцина посмотри, никогда да. не видел, блин. Это вот она на елке висела в момент. 5 рублей. Какие 5 рублей? А может подаришь? Не-не-не, это перестройческих времен. Так, ладно, мужики, меня на метро уже. Все, последнюю даю за Ельцина игрушку. Оставь на месте. Да кого? Я ж не забираю. Ты что, дурачок что ли? Да забери. Ты что, дурак что ли, блин? Это обман, да? Конечно, отдай обратно. Дай тогда ты ему верни. Это вранье. Ты, магазин, вот ты, есть ты еще монета, чистое серебро. Я раскручиваю. Чистое серебро монета. Ну это сам понимаешь, это 10 тысяч, ну максимум 2 тысячи. Да уйди с этими милями дырки отсюда. Царская монета, царских времен. Не раскручивай, я 10 лет живу здесь. Нет, ну если гирлянда не я интересует. Я 10 лет живу, не обманывай меня. Ты не видел ни разу такое? Это царская монета. Да блин, можно тебя попросить по-человечески? Времен Петра Первого. Я говорю по-человечески, прости. Слышу, по-человечески. Саш, продавай. Не интересует? Нет. Точно обманывает? Конечно. Да нет, это 100% оригинал. Это полный иди, обман, поверь мне. Я здесь даже, родился, иди, я дедовский, я вырос. Это полный обман. Да? Полный. Продай, верни. Тебя просто вот раскручивают. Да. Деньги в руках уже, деньги в руках уже были. Только. Так это оригинал. Иди давай. Вот оригинал. Одним банком. Чтобы... Тебя сейчас лохом считаю. Да? Хочет делать. Что, дурак что ли? Можно я пойдем? Пойдем, я тебе сам куплю пиво. Пойдем. Пойдем. Давай, вот бери Горбачевский. Тоже 5000. Я меняю вот это Горбачева. Это 100% это оригинал. Да, блядь, вот. Там родимое пятно. Вот видишь, ладно. Это вот как Горбачев. Точно? Это стоп, вот я оно. Тебе что сказал? Вот, 100%. Вот это убери, кто что в руке подальше. 100%. А вас не интересует путинский этот? Ты что, хочешь со мной паспорт? Поиграться в кошки-мышки? Почему? Какие кошки-мышки? Иди сюда, иди сюда. Какие кошки-мышки? Я тебе покажу, как играется в кошки-мышки. Какие кошки-мышки? Не будете ты брать? Вообще, я таких, как ты, знаешь, сколько проглотил в жизни нашей? Я с 90-х, ебаный в рот, ты меня наебать хочешь. Куда наебать? Это оригинал. Подпись ну, Путина носи вот. Носи нахуй сам, что ты, блядь, не носишь? Так это иди раритет. Иди нахуй Путину верни, блядь. Это раритет. Такие вещи так это на дороге, она, блядь, на дороге не валят. Почему бедолагу? Он иди сам забрал. За мной ходишь, да он сам забрал. Вы будете брать, не будете? Иди нахуй. Не интересует? Парень, возьми путинскую обложку иди еще. Сюда, возьмешь? Сюда, путинскую обложку возьмешь? Вот смотри, обложка Путина, это чистый оригинал, тут подпись, видишь, вот это все, вот оно, он там до перестройки, до перестройки, обложка Путина, он не верит, пацана развел 5 штук, кого вот эту хуйню двинул ему, блядь. Лучше паспорт у меня купи этот, обложку. Сейчас я пиво только куплю. Он приехал, блядь, только на. Он первый раз в Москве. Ты сколько в Москве? Че ты ему драный паспорт даешь? Да это винтажная это вещь. Это... Ну и че, и чей это паспорт? Путина. Путина? Винтажная Путина. Вещь. ВВ Путина? Да. Да? Оригинальная винтажная да вещь. Да что ты говоришь? Серьезно, тут автограф его, вот где? Если на отражении, раньше вот был, сейчас он затерся уже. Да, я посмотрел. Какой отражение? Раньше вот здесь был Путин автограф. Да я могу в любой палатке сейчас это... Союз печати взять. Это, ты чё? Нет, это винтажная раз, вещь, тут же видно, что он не новый. Отвали. Отвали. Капец вы, конечно, ребята, весь бизнес меня испортили. Пацан уже дошел. Пацан уже брал. Пацаны еще домой ехали. Ты дурак. Первый раз человек в Москве. Какой-то драный, блядь, ну, кожаный. Сувенир бы купил, ты путинский. Ты какой этот... нахуй путинский, блядь? Че ты мне тешишь? Оригинал. Путинский, оригинал. Ты еще. Еще скажи, что это не Горбачевский футляр из-под очков. Иди нахуй. Что за что-то видно, Саид, я не пойму, откуда это появилось? Честно, блядь, всякую хуйню, мужик, блядь. А что, не настоящий получается? Нет, конечно, нахуй. Это винтаж. Ладно, раз не вы... Не понимают ничего. Не, просто раз обложка была не настоящая, я вам спасибо говорю, что вы мне так это... Я вот вам до пива. Если ты дурачок. Да я в этой теме уже 10 лет, я разбираюсь, я тебе настоящий, не настоящий, по запаху отличу. А понюхай, тебе... ты понюхай, это винтажная вещь, это духи Горбачева. Да, винтажная. Все, нашел, нормально. Вот ты дурак. Она оказывается, и я еще не только и Горбачев, и Хрущев, оказывается, он сказал, что ее носил. А у него же очки были, правильно? Это Горбачевский и этот футляр из-под очков. Вот они, вот.
родимое деньги пятно. Отдай, говорю. Деньги так отдай, бросит. Отдай ему, не нужно это тебе. Вот родимое пятно, как деньги, у Горбачева. Деньги верни, да вот я в моих верну, руках уже. Он деньги что, верни. Скажет, если я верну? Деньги. Ну он давай, покупает. Да, вернуть. Вернуть? Давай, да, вернуть тогда. Вообще без проблем. Ой, иди отсюда. Молодой! Офигенная вещь. Ты что, не понял? Ты ему не подсади. Так вдруг он еще купит? Почему не подсади? Ты ебанутый или что, блядь? Тебе что, в дурдом сдать нахуй, а? Какой дурдом? Я продаю. Ты что хочешь добиться сейчас? Я хочу продать вещи. Ладно, я это... Иди своим делом занимайся. Да. Тебе здесь нахуй наебут, разъебут. Это Москва нахуй. И ты без штанов останешься. Понял нахуй? Да. Ты скажешь спасибо, что я тебе попался здесь нахуй. Да, спасибо. Утром выходишь. Рюкзак взял, пару тысяч в карман положил, деньги спрятал, сел в метро, поехал на Красную площадь, погулял, вернулся. Понял? Да. Все, пиздуй в комнату. Друзья, очень опасный социальный эксперимент получился. Я вообще не ожидал, что такое будет. Вот, потому что в Москве действительно много разводил, которые вот, ну, типа лохов прям вот разводят на деньги. Действительно такое есть. Вот, я хотел снять пранк, но получилось так, что... Вышла вот такая вот реакция, и кому-то было пофигу, кто-то ржал, вот, а кто-то реально заступился. А как бы вы поступили, если бы при вас была такая ситуация, что чувака просто разувают, прям видно, прям лох, его прям обувают на деньги, он приехал в Москву, не знает, что и как. Как бы вы поступили, поржали бы, или бы заступились за него, или что бы вы сделали? Какой это развод? Это бизнес? Бизнес? Здесь оригинальная, иди работай, бля, на фабрику, бля. Иди на стройку работай, какой бизнес? Так это тоже работает, целый день хожу. Нихуя себе, бля, продаю. Вот когда ты с головы Горбачева шкуру вот так снятую принесешь мне, я тогда куплю у тебя за 5 тысяч. Так это преступление. Он же живой еще, как ты с него голову? Иди работай на стройку или вон, блядь, официантом. Не, ну интересует. Он обманывает пацана, блядь. Камера снимает вас. Ну и что? Где камера? Вот, вот, подельник его. Да? Вон, посмотри. Не интересует? Где? Вон он, посмотри, вон, вон. Кто там? Наверху, посмотри. Нас снимает. Снимает? Анатолий, пойди скажи так своему подельнику. Так он с телефоном стоит. Вон он хуево стоит, бля, вафля ебаная, такая же, как и ты. А что он снимает там? Ну-ка. Стёп, съебываемся, пока нахуй. Жесть вообще. Он там напиздел с три короба. Вроде отмазался. Официальная информация, я как снимал. С работы уволят. За херню не наплел. Стой, давай начало снимем. Не сильно надо долбоёб, потому что перебор тоже был. Как? Раз, два, три. Работает звук? Да, нормально. Ты Джим Керри, которому 120 лет сейчас? В Питере купил. Примерно. А у тебя степ стерео, один слева, другой справа, слышно? Да. Один у тебя, звук один. Да, я, наверное, очки надену, чтобы я еще и ботаник тупой был. Такой, типа, не соображающий ни хера. Видите, я потом в конце люблю вставлять, как бы, как это все снималось, типа, фильм о фильме, вот такая фигня. Это тоже прикольно посмотреть, как мы там болтаем. У тебя, на самом деле, зеркалка, она более качественная. А чего? Что мы подумали? Если бы тебя бы не было бы здесь, да. Я бы ему сейчас ебало бы набил. Ну, кому он подходит? К нам подходит и еще впаривает, блядь. Какой там Путин? Ну чё, ёб твою мать. Чё-то я ему уже три вещи продал коллекционно. Дурак он из деревни. Сейчас у меня там еще игрушка елочная была с этого, с утренника этого. Потом не ушел. Когда поболяли по Белому дому, в этот, игрушка у меня там будет была. Сейчас. Скорее что-нибудь. Сейчас. Елочная игрушка нужна? Мам, сейчас, да. С инаугурацией Путина. Короче, когда Путина президентом назначали, вот он становился, она висела на елке и была свидетелем, короче, этих событий. Блин, круто, спасибо большое. Все, давай. Маме привет. Да, передам. Друзья, подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Я это говорю, потому что алгоритмы YouTube таковы, что иначе ролик не будет продвигаться. От каждого из вас это правда зависит. Очень много работы проделывается, чтобы ролик развить. Вот, хотелось бы много подписчиков на YouTube, чтобы можно было снимать более крутые ролики, вкладываться там и делать потрясающий контент. Я надеюсь, все это в будущем будет. Когда будет 100 тысяч подписчиков, уже можно будет более серьезные ролики. Поэтому подписывайтесь. Спасибо вам за просмотр, что до конца глянули и пока. We'll be right back.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова